Привет всем! В сегодняшнем видео мы рассмотрим, как настроить камеру в Blender 3D для записи видео с углом 360 градусов, или, как еще называется, VR-видео. И для этого я в Blender Kit выберу бесплатную сцену в категории сцены. Мне вот это понравилась сценка. Загружаем ее. Довольно быстро грузится. Закрываем. И можем примерно посмотреть, что у нас здесь внутри. Вот такой вот интерьерчик. И приступим к настройкам камеры. Проверяем. Ну, лично мне, я предпочитаю всегда Cycles. Всем другим рендерам. Здесь у нас проверяем, сколько у нас сэмплов стоит в разделе рендер, окончательный рендер. Я поставлю 150. Этого, в принципе, будет более чем достаточно, с учетом того, какое у нас будет разрешение. Проверяем, чтобы у нас было включено шумоподавление, denoise. Переходим сюда. Разрешение здесь требуется просто огромное, потому что камера будет снимать в круговую все. Это не будет просто какой-то квадратик перед нами, да, поэтому разрешение требуется достаточно большое. Чтобы не было пикселизации, чтобы все было достаточно четко, нужно выставить 8000 на 4000 пикселей. То есть в общей сложности это будет 32 мегапикселя. Ну, здесь проверяем, сколько мы хотим, чтобы была длительность нашего видео. Если я хочу, чтобы мое видео длилось 20 секунд, с учетом того, что 24 кадра в секунду будет, я выставляю 480 кадров. Также выставляем, выбираем место, куда мы все это дело будем сохранять. Выставляем название. Также настройки видео. Здесь выбираем MP4. И самый важный момент. Настройки камеры. Перспектив, выбираем панорамик, здесь выбираем Equi Rectangular. Вот именно вот этот, вот эта категория, она отвечает за видео, за то, что это будет сниматься с углом обзора 360 градусов. И также в следующем видео я вам покажу результат этой, по сути дела, анимации.